Знакомая ситуация. Вы ждете транспорта, вам необходимо срочно позвонить, отправить сообщение или посмотреть что-то важное в интернете, а зарядки на телефоне осталось всего ничего. Проблема решена, по крайней мере, в центре Владимира. Теперь подзарядить мобильный можно прямо на остановочном павильоне. Первой во Владимире остановкой, где можно покормить свой телефон, стали «Золотые ворота». Сбоку на панели 4 гнезда, прикрытые от влаги и грязи крышками. Все работают. Скоро точно такие же появятся и на Соборной площади. Только расположены они будут ближе к скамейкам. Давать заряд мобильным устройствам эти две остановки смогут круглосуточно. Большинство же других павильонов запитаны от уличного освещения. На них будут применяться другие конструкции. В ближайшее время у нас в планах оборудовать еще одну городскую остановку, пока не знаем какую, именно система автономного питания. То есть это будут установлены аккумуляторы, которые ночью будут заряжаться от сети 220, а днем будут работать именно розетки вот этих аккумуляторов. И гости, жители нашего города точно так же смогут заряжать свои мобильные устройства. Зарядки на остановках для Владимира новинка. Подобные устройства давно популярны в городах-миллионниках. Мне кажется, больше молодежь этим будет пользоваться. Но, наверное, это хорошо. Хотя я с вашей помощью только обратила на это внимание. Я об этом не знала. Ну, наверное, да. Удобно. Безусловно, потому что сейчас все в телефонах сидят. Конечно, удобно. У меня есть зарядное устройство переносное с собой. Я этим не пользуюсь. А для города, как вы думаете, нужны такие устройства? Ну, мне кажется, да. Потому что, ну, сейчас время такое, то что, ну, холодно, и у некоторых телефоны очень плохо держат зарядку, и они сильно, ну, быстро садятся. Впрочем, в городе есть и другие умные остановки. Осенью рядом с ДК «Молодежи» появился павильон с подогревом. Установка смонтирована под плиткой по принципу теплого пола. Как сообщают в мэрии, конструкция продержалась всю зиму и нареканий у горожан не вызвала. Когда на улице станет тепло, специалисты смогут сказать, можно ли ставить нагревательное оборудование и на других остановках. Екатерина Гаврилова, Виталий Сергеев, «Губерния-33».